Готовим огурчики на зиму со стринкой. Банки стерилизуем. На дно банки выкладываю 3-4 зубчика чеснока, 2-3 смородинового листочка, 1 зонтик укропа, 3-4 перчика горошком, 2 душистого перца и 1 перчик чили. Огурчики моем, срезаем попки. Заливаем все кипятком, накрываем крышкой и оставляем на минут 10. Сливаем и из расчета на 1-литровую банку добавляем 1 столовую соли, 1 столовую сахара. Все доводим до кипячения. Разливаем по банкам и добавляем на 1-литровую банку 1 столовую уксуса. Закрываем, либо закатываем. Далее укутываем в одеяло до остывания комнатной температуры.